знаменитая «Катюша» на каждом языке звучит оригинально. Ансамбль «Казачок» уже освоил французскую, немецкую и английскую версию. Для меня была сложнее немецкая, потому что там произношение, а французская далась мне легче, потому что она звучит красивее. Мне как-то наоборот, немецкий по произношению был легче, чем французский, потому что во французском произношение той же самой буквы «Р», но как бы другое. Не просто концерт, а костюмированный музыкальный спектакль. Главная роль казака Андрейки у Антона Антонова. Молодой казак, который собирается уходить на войну с таким романтизмом. Он думает, что ура, война, сталкивается с трудностями. Ну и в конце концов он все-таки побеждает, возвращается домой, все его встречают. Над спектаклем работает не только художественный руководитель ансамбля Татьяна Лозан и весь коллектив «Казачка». Это большая команда творческих людей из Нефтеюганска и Санкт-Петербурга. Главный художественный руководитель Алексей Мессир Чердымский. Режиссер-постановщик Ирина Волгарева. Звукорежиссер, автор аранжировок, автор фонограмм Петкевич Ярослав. Художественный руководитель, хормейстер эстрадного ансамбля «Непоседы» Андриенко Евгения. В марте автор идеи специально приедет в Нефтеюганск для работы над спектаклем с исполнителями, а пока идет тщательный подбор нужных аккордов и аранжировок для особенного исполнения каждой «Катюши». Премьера спектакля назначена на май ко Дню Победы. Наталья Платонова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».